Сегодня днем Астану испытывал на прочность сильный буран. Школьников второй смены перевели на дистанционное обучение, а аким столицы обратился к горожанам и попросил без особой надобности не выходить на улицу. Аэропорт главного города страны из-за буйства стихии отменил или задержал десятки рейсов. Сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду на несколько часов парализовал Астану. Один из университетов города остался без части кровли, а на одной из самых загруженных улиц столицы во время непогоды перевернулась машина. В департаменте полиции сообщили, что водитель, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем, не справился с управлением. Ближе к вечеру буря отступила, но синоптики прогнозируют ее возвращение. В ближайшие дни Казахстан будет ощущать влияние атмосферных фронтов, связанных с очередным атлантическим циклоном. Ожидается облачная и ветреная погода. Порывы ветра на севере страны будут достигать 23-28, временами 30 метров в секунду. Пройдут осадки в виде дождя и снега. В северных регионах прогнозируется сильный снег, метели. Помимо этого, циклон принесет кратковременное потепление, которое сменится резким усилением морозов.